Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Готовим вместе с Татьяной». И сегодня мы приготовим голень индейки. По такому рецепту мясо получается очень нежным и сочным. Берем две голени индейки. Как видите, они у меня достаточно такие большие. Мы их ставим на салфетку, убираем с них влагу и будем отделять кожицу от голени. Но кожицу не выкидываем, она нам понадобится. Это мы делаем для того, чтобы мясо лучше пропиталось специями. Вот так аккуратно вот снимаем кожицу, стягиваем просто ее вниз, не снимаем полностью. Добавим совсем чуть-чуть растительного масла. Это нужно для того, чтобы специи лучше прилипли к мясу и дали больше вкуса. Мы забыли про чесночок. Берем 5-6 зубчиков чеснока, делим дольки на 2, затем делаем глубокие надрезы на мясе и протыкаем туда чесночок. Теперь добавим специи. Нам понадобится соль, черный перец, совсем чуть-чуть острого красного перца, сладкая паприка и немного тмина. А в конце обрызгиваем все это апельсиновым соком и хорошо обмазываем со всех сторон. Мясо хорошо обмазали специями, теперь обратно стягиваем кожицу наверх. Мясо перекладываем в посуду, в которой будем запекать, и для более насыщенного аромата и вкуса добавляем сюда лук дольками и апельсин. Все это накрываем фольгой и запекаем в духовке 1 час при 200 градусах, а затем убираем фольгу и запекаем еще полчаса. Когда уберете фольгу, хорошо полейте мясо соком, который выделился. Голень индейки готова. Перед подачей опять поливаем его выделенным соком. Приятного аппетита!